21-й Амариев Тагиб, 3-й Амаров Рамазан, 16-й Рамазанов Саду, 7-й Рашидов Али, 15-й Хапчуев Курбан, главный тренер команды Азизов Руслан. Состав команды Юсра. 8-й. Нет, сам подаст. Гаджи Асулов, подача. Голкипер первый на мяче, на подборе Тлярата, удар не совсем сильный. Снова Тлярата с мячом, еще один удар и гол! Просто сумасшедший. То есть, кто станет чемпионом второй лиги в своей зоне, они поднимутся на класс выше и будут уже представлять свою команду на дивизион выше. И вот теперь атака Тляраты, еще один удар. Много даже пасмурно стало. Погода потихоньку уже, не знаю, как сказать, ухудшается или улучшается. Некоторым ведь нравится такая погода, а кому-то ведь становится холодно. Удар по воротам. Здесь... И что здесь? Угловой. Угловой будет подавать теперь команда Юсра. Да, Магомедов просит. И будет все-таки прострел. Удар. Это Залкиприев. С мячом Тлярата. Рамазан Магомедов вступает в борьбу. Здесь голкипер может ошибиться. И что здесь? Нарушения правил не было. Первее. Низом решили разыграть. Удар по воротам и 2-0. Отлично. Через защитника на подборе. Нурбагандов, Хабиб. Нурбаганов на правый фланг. Там Османов. Передача доходит до Багамаева. Залкиприев решил пробить по воротам и не попадает. Он. Подача за боковой. Удар по воротам. Еще один. Здесь голкипер на всякий случай все-таки выстачивает. С мячом Магомедов. Магомед Саид. Магомед Саид Магомедов. Залкиприев. Удар и есть. Гол. 2-1. Даже не думают забрать мяч в центр поля. Вынос. Но Магомедов Рамазан на подборе. Пробьет. Не дают ему это сделать. Залкиприев. Внешняя передача. Снова Залкиприев. Удар по воротам. Еще один. Вот теперь подсела. Юс на подборе. Направо он играет. Иди, Заур, иди еще! Магомедов Рамазан. Итак, передача. И будет гол. Залкиприев мог оформить дуба. Да, не спешит Лярата подавать. Счет в их пользу. Голкипер. Угловой еще один.